Число индивидуальных предпринимателей в республике и в целом в России будет расти. Условия, при которых бизнес будет успешно развиваться, обсудили на заседании стратегического совета. Поддержка бизнеса и производительность труда – перемены, напрямую зависящие друг от друга. Чтобы добиться второго, стоит поддерживать первое. Так, летом 2017-го федеральный центр запустил профильную программу, в которую вошли более 200 предприятий в 16 регионах. Из Чувашии в нее попали 10 ведущих компаний, такие как «Химпром», «Электроаппаратный завод», «Завод имени Чапаева», «Ядрин молоко» и другие. Дополнительные инвестиции в производство, модернизацию разных технологических линий и совершенствование управленческих технологий организации самого производства. Количество организаций, осуществляющих технологические инновации, должно быть до 50% от общего их числа. За счет комплексной реализации мероприятий программы планируется, что к 2025 году прирост производительности труда в Чувашии по сравнению с 2016 составит не менее 24%. Перед нами поставлена задача добиться до темпа роста производительности труда не менее 5% в год. Для чего? С какой целью? Обеспечение устойчивого роста реальных доходов работников, снижение в два раза уровня бедности. Следующая задача, определенная президентом страны, это увеличение численности индивидуальных предпринимателей до 25 миллионов человек. Для этого предусмотрено снижение административного, налогового, финансового бремени на бизнес. Обеспечение доступа к муниципальным и государственным закупкам. Сегодня у нас это показатель 26%, 3,6 миллиардов рублей. Годом ранее у нас было это значение ниже, 3,1 миллиард рублей. Продолжит строительство и развитие промышленных и агропарков, в которых условия для предпринимателей мягче, на несколько лет меньше налоги и арендная плата. Для поддержки малого и среднего бизнеса выстроена стратегическая система, которая по расчетам к 2024 году должна привести к увеличению числа ИП в республике, увеличению доли экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта Чувашии до 8%. Ирина Волкова, Мальвина Петрова, Борис Андреев. Республика.